Валерия и Светлана Рухлядевы, врачи, и познакомились во время совместной учебы в медицинском на Картошке. Будучи студентами, поженились, как и многие пары на их курсе. Вот только большинство этих браков уже распалось, а они в августе прошлого года отметили жемчужную свадьбу – 30 лет совместной жизни. Почему так получилось? Не знаю, наверное, старались поддерживать мудрый друг друга. Мужчина. Да, мудрые мужчины, мудрые женщины, красивые, заботливые, умные. У Владимира и Марии Пискаревых одно на двоих хобби – любовь к путешествиям. В отпуск только вместе и только экстремально. Не на пляжный отдых, а по горным тропам или к Карельским озерам. Глава семейства в прошлом пожарный, имеет награды за отважную службу. К адреналину ему не привыкать, но и супруга не отстает. В том же здоровом духе воспитали двух дочерей. Одна из них – чемпионка Европы по радиопеленгации. Мам, о чем вы можете с папой разговаривать? Вот я мимо вашей комнаты прохожу, вы о чем-то постоянно разговариваете. Но столько лет вместе, о чем? Новые планы, да. Да, да, вот какие-то планы строим там, что-то вот. Ну, мечтаем. Понятно. Если нет мечты, то... Соловки нас ждут, да, Белое море и прочее. Да, да. Сергей и Ольга Владимирцевы. Семья многодетная, два сына и дочь. Старший уже и сам в браке. Все трое на спорте, плюс у каждого есть свое увлечение – рисование, шахматы. А мама и папа, помимо работы, участвуют в благотворительности, эко-субботниках и прочих общественных мероприятиях. Секрет семейного благополучия, по версии Владимирцевых, все делать вместе с детьми, поддерживать их везде и всюду. Желание идти дальше вместе всем просто. Желание радоваться тому, как дети твои растут, видеть их успехи, с ними вместе быть в этой ситуации. Вот это все и двигает. Они очень трудолюбивые, очень собранные, верные и самые любвеобильные родители на Земле. Сегодня, в день семьи, любви и верности супругов, которые сумели пронести свою любовь через годы, чествуют в новом помещении ЗАГС Волжского района. В своем поздравительном адресе к этим парам глава Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил их за неустанную заботу о своих близких, мудрость, доброту, стремление жить, трудиться и расти детей на благо Самарского края. И пожелал семейного счастья, здоровья, любви и благополучия. Парам вручили медали и значки в виде ромашек, символа этого праздника. Секреты счастливой семейной жизни нет, говорят супруги Барабанова, нужно просто соблюдать элементарные правила. Вы с ней отношения у всех бывают, у нас бывает тоже, да? Да, всегда находим общие компромиссы какие-то все-таки, наверное. Мне кажется, уважение это очень важно, уважение партнеров между собой, его нельзя никогда терять. Вот, нельзя доходить до той точки невозврата, когда уже уважение больше нет. Супруги, которым вручили медали, много лет живут в любви и согласии и во всем поддерживают друг друга. Они не только достигли больших успехов в своей профессиональной и творческой деятельности, но и являются примером своим детям и внукам. Атмосферу праздника создал и концерт с песнями и стихами, конечно же, о любви. Татьяна Пудова, Мария Шпакова, Светлана Стрибкова, Сергей Павлов, Константин Макаревич, Новости губерния.